Ну и что дальше? Вот черт, а где КВ-44? Кто здесь? Выходи. Здесь вопросы задаю я. Кто ты? И что здесь делаешь? Меня зовут КВ-6. Я не хочу тебе зла. Ты бы поаккуратней с этой штуковиной. Нечего болтать, помоги мне лучше. Они думали, что смогут меня уничтожить. Ха-ха-ха-ха-ха. Но это не так.
кто это такой? Это Левиафан, но мы же его уничтожили. Похоже, что нет. Вам меня не остановить, тупцы. КВ-6, отправляйся к нашим укреплениям и предупреди всех. ИСУ-44 не сможет долго удерживать его. Бойцы, тревога, приготовьтесь к обороне. Надеюсь, мы устроим ему жаркий прием. Босс, я узнал, где находится база советов. Хорошо, тогда вы вдвоем отправитесь к ним и наведете там шуму. Но, босс, мы вдвоем не справимся, их там слишком много. Тогда еще одна пантера отправится с вами. Пантера 305. Ты отправишься вместе с ними. Значит, сижу я в засаде, вижу, едет пантера. КВ-1, посмотри, что там на передовой творится. Слушаюсь, командир. Давай продолжаем. И я, значит, ей фугасом прямо по борту. Как дам. Желаю вам удачи, бойцы. Салаги, двигайте за мной. Посмотрим, что тут у нас творится. Ну и что тут у нас? Вижу две пантеры. Так, 205-я пантера. И, скорее всего, 305-е. 88-миллиметровое орудие. Да уж. Нужно укрыться. Устрою им засаду.
Командир, наши позиции атакуют. КВ-1 долго не протянет. Тогда мы должны отправиться ему на помощь. Сирил, ты остаешься за главного. Нужно поспешить, КВ-1 не сможет долго удерживать эти позиции. Так точно. Бойцы, огонь по моей команде. Огонь! Подпишись на канал, бро, и лайк не забудь поставить.